Павел, Варвара, Вадим, Санкт-Петербургский городской дворец почты. Я хочу немножечко напомнить, что мы участвуем, мы заключили с ними договор о сетевом взаимодействии. И у нас в саду проходит проект, наставнический проект, пусть это будем мы. Сегодня как раз у нас запланирован в нашем проекте воркшоп по эмоциональному интеллекту. Сегодня погружаемся полностью, испытываем эмоции, я буду вас пугать, много всего будет, не бойтесь. Да, живыми будете, надеюсь, в хорошем настроении. Да, и начинаем эмоциональный интеллект. Мы будем сегодня про 4 эмоции говорить. Страх, гнев, радость, грусть. Во-первых, это трубопровод эмоций. Да, и все у нас эмоции, они по нему курсируют в разные стороны, они все там находятся. Нельзя эмоции закрывать, да, перекрывать нельзя, надо их проживать. Как это делать, я вас сегодня научу. Вот прям берем их в бедро. Тут можно взять, покачать. Никто не хочет. Когда ссоримся, да, пропадем пропадом, да, кидаемся, посуду бьем, Спасибо.